Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем разбирать шестой модуль под буковкой B. Называется он «At work» – «На работе». И перейдем к нашему первому заданию. А между тем, вы, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте себе колокольчики, и я запишу еще больше видео для вас. Итак, vocabulary. Find the job – «Найди работу». Ну что ж, начнем. Итак, ребята, я сразу уже вам нашла здесь профессии. Это доктор, бейкер, waiter, painter, teacher, taxi driver. Тут нарисованы еще почтальон, да? Это postman и plumber. Их я не смогла найти, может быть, вы сможете найти, поэтому посмотрите еще две профессии. Перейдем к следующему упражнению. Grammar. Present continuous. Look at the picture and complete the questions, then answer them. Посмотрите на картинки и заполните вопросы, затем ответьте на них. И пример. Is Jake singing? No, he isn't. Дальше. Роберт и Питер, да? Начинаем вопрос, конечно же, со слова «А». Are Robert and Peter playing on the computer? И ответ, конечно же, да. А Роберт и Питер играют на компьютере? И ответ, yes, they are. Да, они играют. Собака. Is, единственное число, the dog. Biting. The armchair. Собака кусает кресло. Yes, it is. Неодушевленный. То есть, когда мы говорим о животных, мы употребляем it. Yes, it is. Sandy. Единственное число начинаем is. Is Sandy. Сэнди играет на пианино. No, she isn't. Да, она не играет. И ответ. She is playing. На чем она играет? The guitar. Она играет на гитаре. Далее. Джейк и Том. Are Jake and Tom jumping on the sofa? Jake и Том прыгают по дивану? Ну и ответ, конечно же, да. Yes, they are. Yes, they are. Ну, вот такое легкое упражненице. Главное правильно уметь задавать вопросы. Перейдем к следующему упражнению. Put the words in the right box. Поставь слова в правильные коробочки. То есть нам нужно распределить, да, правила написания глаголов с окончанием ing. Итак, have, отбрасываем последнюю и, поэтому having, да, без и. Swim, удваиваем гласную. Давайте я даже могу вам писать сразу в инговом окончании. Having. Swim. Удваиваем, извините меня, согласную. Swimming. Go, work, meet. Go. Going. В первый столбик. Work. В первый столбик. Working, meet, practice, да, meet, meeting, practice, практиковаться, так, смотрите, Далее, eat, do, look,
Первое. Сюда же doing, сюда же looking. Угу. Далее. Paint, serve, read. Сюда же. В первый столбик, ребята, я напишу выше, да? Сюда serve. Read, deliver, repair. Да? В первый столбик вот сюда напишу. Угу. Тоже в первый столбик напишу. Доставлять. Немного не уместилось окончание ink. Delivering, repair, да? Ребята, repair тоже в первый столбик. Wait. В первый столбик. Come во второй. Так, надеюсь, мы ничего не забыли. Have swim, go work, practice, eat, do, look, paint. Да, нет, все должно быть правильно. И перейдем к предпоследнему упражнению. Это упражнение на понимание на слух. Ребята, я сделаю вам упражнение, то есть и задание к нему, и расскажу, о чем был текст. Итак, ребята, я прослушала аудирование. В нем говорится, в нем Хэри разговаривает с Вики и говорится о том, что Хэри у нас играет в баскетбол, Вики у нас выгуливает собаку на прогулке, Сэм и Питер не спят, Сэм у него ланч, он обедает, и Питер занимается йогой, в то время как Линда читает книгу «Около реки под деревом». Поэтому посмотрите на правильные варианты ответов. Да? И перейдем к следующему упражнению. What are your family members or friends doing now? Write true sentences. Что члены твоей семьи или друзья сейчас делают? Напишите правдивые предложения. И я написала вам несколько предложений. My sister is washing the dishes. Моя сестра моет посуду. My father is working. Мой папа работает. My mother is watching TV. Моя мама смотрит телевизор. И, например, my friend можно написать is там reading a book. То есть мой друг читает книгу. Окей, so на этом мы заканчиваем шестой урок. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчики. И спасибо вам, что смотрите меня. Всем пока!